Наша компания занимается изготовлением майонезов и сгущенного молока. Все рецептуры и продукты мы делаем здесь, в Эдавирума. У нас в компании работает более 40 людей. Многие из них с нами с самого основания компании. Это семейное предприятие. Лариса и Сергей основали его более 20 лет назад. И они очень любили эти продукты, майонезы и сгущенное молоко. И тогда родилась мысль, что а почему бы не делать их самим? И только делать это еще лучше и еще вкуснее. Наш слоган – мы заботимся о вкусной еде. Мы хотим и делаем больше, чем остальные, и являемся профессионалами своего дела. И хотим, чтобы наше предприятие вышло на европейский и мировой рынок.